Ну что, друзья, всех приветствую. Мы с вами продолжаем проходить дополнительный эпизод в Life is Strange Before the Storm. И остановились мы с тобой в прошлой серии здесь. Нашли амулет, там посмотрели комнату, много информации узнали. Ну, какой-то дополнительный спрос, посмеялись. Вот. Даже поагрессировали чуть-чуть, да. Поскорее бы узнать, для чего нужен амулет. Сейчас узнаем. Ну вот, поглядели на то, что, типа, почему все так происходит, если не видел прошлой серии, посмотри, если вообще не видел прошлой серии в целом, да, и сюжет, основной сюжет Life is Strange Before the Storm. Ссылка в описании на плейлист находится, да, с полным шрифтом на игры. И чуть ниже описания спускаешься, там будет подсказочки, прикреплены прошлой серии, и также плейлист с полным шрифтом на игры. Если с компа сможешь нажимаешь на восклицательный знак, сверху справа. И там даже те же подсказки будут. Вот. Поэтому, как так, узнаешь подобнее, на тебя блядик взять, прилетит кушать, принципе, кофе или пятьдесят при этом просмотром, мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! Вот, остановились мы с тобой здесь, собственно. Куча листьев, да, собственно. Еще только сентябрь. Типа, где появятся все благотворительные условия. Что нужно сделать-то? Пошли к ней. Hey, Chloe. Yar. Land ho. Perfect. Подожди минутку. Прежде как вступить на борт корабля другого капитана, древ ногой. Ну, посетить разрешение. Permission to come aboard, Captain Bluebeard? Granted. One amulet. Coming right up. Okay, I think it goes... Damn it. I forget how to make this... stay on. Stay here. I'll find something to hold it on. Thanks, Max. Time to stick the amulet to the telescope. Потом закрывающий будет нашим. Chloe's bottle. Тут человек это уходит, самый быстрый способ газировки. Бля, гриль. Я должен скучать по семейным барбекю прайсов. Ничего не хочу сказать, но я никогда не ломал запястье, делая фотографию. Дело не в том, что я не люблю синий, просто мне грустно. Вращаться старым цветом. Опа. Есть, наш шаг ближе к крыше, чем оно не было бы. Бросить. Я провел здесь столько времени, каждый уголок так знаком и уютен. Все эти игры спрятаны нами юными пиратские сокровища. Это эгоистично. Почему же я все больше ощущаю вину за свой отъезд? Как я буду? Скажи, че? Я хотел сказать, че, блядь? Но что я имел в виду зубрила? Батан. Ну а так делаем. Punk. Punks are cool. You know what, Max? Знаешь, что Макс Колфилд? What? Что, Хлоя Прайс? Ты просто очумела. Вот. Слово слащавости. А это что сейчас было?
Просто думаю о том, какой же это классный день, какие же классные мы. Ну ладно, хватит уже этой мурни. Нас ждет сокровище. Сокровище, блядь. Ну, давай взглянем, ладно, посмотрим. Я все еще мечтаю жить в этом нарисованном мире. Опа. Опа. Слушай, весело, дружище, ты принесла мне добычу? Ahoy, Bluebeard! I have brought the stickiest tape in all the seven seas. Well done, fellow scallywag. Just like old times. Huh, Max? Remember how we used to talk about ruling the bays of Arcadia one day? We thought we were gonna be pirates forever. If being a pirate means acting silly, going on crazy adventures together, безумно приключаем, то мы всегда будем пиратами. Hell yeah. Would you like to do the honors, Longmax Silver? Me? Are you sure? Of course. Come on, Navigator. Point me to some treasure. Wait, how am I supposed to use this? The drawing on the lens. It should line up with something. Here goes nothing. Okay, this drawing is supposed to line up with something. На ведро. I'm so close. I just need to keep looking. Ну так оно логично просто выглядит, если что. Can't line it up with anything. Maybe I'm not holding it right. Нужно, я его явно вот так нужно. На что его наложить? The angle almost looks right. Ну почти подобран. Да, да, супер, где он? Видишь, даже уже игра подсказывает, типа все, почти все. Левее. Окей, take a step left. No, нет, не сюда. You said left. Сказал левее. Ты другое лево. Иди в другую сторону. Go the other way. The other way to my other left? Just go that way. Perfect. Now come towards me. Bingo. И убежала. Это не закопали.
Жесть. Жесть. Жестко. На самом деле жестко. Что это? Ну, давай откроем. From Bloody Bill. Who's that? I'll get the tape player. Aha. Chloe's dad is such a goofball. Ahoy there, plankwalkers. It's me, Bloody Bill, the Pirate King. What the heck? By now, you'll have seen that I dug up your treasure, which would normally make us mortal enemies. But hear me out. I haven't pilfered a thing. On the contrary, I figured you swashbucklers might not be back to your loot for some time, so I've given it extra protection from the winds and rain. I'm sure you're excited to open your time capsule, so I won't go on too long. Just know that Bloody Bill... is bloody proud of you. Both of you. Keep those sails trimmed and that anchor scrubbed. And always remember, the real treasure is... friendship. Love. Your Oregon State prepaid college savings plan. Ugh. That's what we originally buried. Это мы изначально закопали. Yeah. I guess it probably would have gotten ruined underground. Holy crap! It's Billy the Squid! He's alive! Oh man! It really is like a time capsule. No way! Chloe, look at this. Вот, смотри, мы написали друг другу письма. We wrote each other letters. Oh, I remember these. Я их помню. Chloe Прайс. Thanks, Max. Надеюсь, тебе весело быть подростком со своей лучшей подругой. Ну, вот такая милаха. Зацени. Максим. Дорогая Хлоя, как твои дела? Мои очень хорошо. Сегодня пятница, 27 июня 2003 года. Сейчас летние каникулы. Мы делаем капсулу времени для нас с тобой в будущем. Мы делаем ее в пиратской тематике. Ведь было же весело ее искать. Вот что нам нравится. Первое. Любимое животное. Аравийская лошадь. Макс, выдра, Хлоя. Любимая еда. Сэндвич с лобстером. Макс. Кофейное мороженое. Хлоя. Любимый предмет в школе. Изо или чтение. Макс. Естественное знание. Хлоя. Лучшие друзья. Ты и я. Друг у друга. Что насчет тебя? Тебе уже больше 12 лет? Какие у тебя любимые блюда, фильмы и т.д.? Пока что все. Надеюсь, тебе весело быть подростком со своей лучшей подругой. Искренне твоя, Максим Колфит. How about mine? Мое, что я написал? What did I write? This is so cool. Вот там все хуя. Дорогая Максим, привет из 2003-го. Вот тебе список того, как мы проводим наши дни. Сможешь угадать, что из этого правда? Первое. Мы выходим в одну школу и всегда сидим вместе на обеде. Очевидно. У нас ночевки минимум раз в неделю. Нам нравятся дико соленые крендельки. Мы соревнуемся, кто быстрее убедит твоих родителей завести питомца. Мы будем жить вместе. Когда сможем себе это позволить, будем использовать только золотую краску. Шестое. Мы бились с кучей врагов и никогда друг друга не подводили. Что ты выбрала? Если все варианты, то ты права. Твоя подруга навечно. Хлоя Элизабет Прайс. Элизабет? Ее Элизабет зовут? Хлоя Элизабет Прайс. Элизабет. Или... ну ладно. You were really sweet. Oh man, I was really goopy. I like it. That's because you're a goop. This is so cool. Ну так круто, здесь столько всего. There's so much to look at. Is your mom going to mind about this mess? Dunno. I thought they'd be home by now. Max, remember scratch art? Oh, I love this stuff. I'm gonna draw something. Я что-нибудь нарисую.
all these memories. На всех хочу посмотреть. I want to look at everything. It actually might be really fun to read letters to Chloe after I move. Это мы только что читали, ребят. Письмо раз в неделю слишком часто. Мне потом будет не очень сказать. It's good to see you. Я рад тебя видеть, старина. Time capsule. С вами была отличная идея. Such a good idea. I know, right? Правда же? Мы гении. Этот контейнер будет так словно протянет еще сотню лет. Holy crap. Офигеть, это же комната Хлоя. Какая мерзость. Oh, this is gross. Может, спустишься и снесешь со мной этому чуваку лицо с силы полета? These are awesome. Они просто улет. Хла всегда умел придумывать крутые штуки. Вертик. Самый удобный сидеть в мире, переключать педали с колес на лопасти. А переключать педали с колес на лопасти, также крутить лопасти. А, подожди. These are огненные пальцы, кремень, сталь. Лучи солнца светят сюда. Зеркала и линзы усиливают солнечные лучи. Луч лазера стреляет отсюда, открывает окошко узколучей. А здесь ничего нету? Доктор Клоунстайн lives. Большинство было вдалеке, правда? Сложно так пускать будущее, может. Лучше жить настоящим. Предсказание на будущее. Авторы Хлоя и Максин. Мы все еще тусим друг с другом, больше, чем с остальными. Мы обе среднепопулярны, мы обе встречаемся уже со вторыми парнями. Мы не принимаем решения, но посоветовавшись друг с другом, с говорящим черепом наших врагов. Что, блять? У нас обеих есть питомцы. Хлоя пустила Антарктику. Макс могла бы присоединиться, если бы хотела. У одной из нас есть младшая сестричка или братик. Мы хорошо учимся. Ну ладно, чё. Keep messing up my picture. There are no mistakes in art. Recording things was so было так весело записывать всякую всячину. Что сейчас было, конечно, ну ладно. В целом все. О, по снежный шар тот самый. There. Ну, теперь есть на что смотреть. А, бабочки нет, смотри. Жаль. Манго, пожалуй, единственное, в чем Хлоя еще больше задрач, чем я. Здесь мы всегда смотрим гораздо больше беспорядок, чем у меня дома. I love how Polaroid cameras make everything. Полароидах то, что они делают, каждый ход немного ностальгический. Much better. Гораздо лучше. Только с хуяли мы должны убираться, если мы, блядь, ну, гости, ну ладно. Я всегда кажется низенькой рядом с Хлоей. Но с другой стороны, почему бы нет? Как бы тут, как бы от желания каждого, знаешь. От желания каждого. Помочь, либо нет. Это была хорошая неделя. Я использовал любые предлоги, чтобы позавтракать здесь. Удачи, муженек. Мы так гордимся своим повышением. Ты получаешь целую неделю вафель из двух китов на дом. Давай, любящая женушка. Дедушка и ваша Хлоя сейчас живут в Айдахо. По сравнению с этим, Сиэтл не так уж далеко. Айдахо. These used to make great swords.
Прощаю вас, скоро тебе не придется беспокоиться о том, что я тебя собью. Не об этом ли голос очень говорил моего Хоя? Я думала, что не хочет, чтобы Хоя его услышал. Но если у Хлои проблемы в Блэквелле, это может быть моим единственным шансом ее разговорить. Это Энн Роджерс, Мариса, Мариса из Блэквелла. Я поговорю с вами о том, что сегодня сделала с Марисой. Мариса останется дома, в данный момент я не уверен, что ей стоит возвращаться в школу. Не знаю, проблема ли у вашей дочери с адаптацией или что-то еще, но с этим надо разобраться. Эй, погоди. Ты серьезно? Я не хочу, чтобы родители это слышали. Я никогда раньше не попадал в такие ситуации. Но они уже знают. Я видел письмо на компьютер твоих родителей. I saw an email on your parents' computer. Shit. What happened? Что произошло? Да больше ничего. Я его преувеличиваю. Ты уверен, Марис сказала ей, что я... Да говорю тебе, это фигня. Да ладно, ты должна рассказать мне, что случилось. Я же твоя лучшая подруга. Я ничего из этого не случилось, будь ты рядом. Мне было бы пофиг. Че? Прости, не хочу сказать, что ты виновата. Так вот, она не отставала, так что я подкрутил ее бунзеновскую горелку на занятия. Ну, чуть-чуть. Ну, ты не пострадала, даже близко, ты же знаешь, что я знаю, что делаю. Хлоя. Ты имеешь в виду, что не отставала? Она смеялась над моей одеждой и называла меня девочкой на стипендии. Ты поэтому хотел выбросить свою толстовку? Ну, если я ее оставлю. Эй, ты справишься, тогда закручивай ее. You're so much cooler than she is. Just to you. Только для тебя. Thanks, Max. I wonder if I could recreate this photo right now. Если он даст ли мне выставить фото свой сейчас? Прикольно, кстати. Looks like Chloe's a lot more responsible than I am with my allowance. Да, да, но потом, блядь, мы видели. Hey, а что если мать есть все, наконец, заставить Chloe пробовать на ММО? Мы очень давно не дружим. Может, я слишком переживаю, чтобы ее все изменить? Maybe I'm worrying too much about this move changing things. I guess I should try talking to Chloe again about my. Ну, он сказал, что нужно сказать, короче. You're such a space hog. Все вместе, ну, подумайте. Nope. Не-а. Ну да, подожди, может скажет. Или нужно прям на нее нажать, сказать, поговорить там. Давай прям на нее. Hey, hippie. How's the masterpiece? Working on the last bit. Вот детали, how about you? Как закончилось с капсулами? Yeah. Думаю, да. I think so. Well, perfect, because now. Отлично, потому что я закончил, извини. Check it out. What the heck? Какого?
Вот это Макс. What tattoo? Какое же зато я набиваю? A heart with my с моими инициалами, само собой. Oh, Chloe, you were really drawing me that whole time. Whoa. Mushiness alert. Keep it together, Max. I guess. Кажется, вот мы сейчас как о том, что я уезжаю, может быть, мы уже не останемся. Одни, когда вернутся ее родители. Hey, ready for something else? Да, кое-что еще. Мне больше план один. Не хочу спортивствовать мне. I don't want to ruin the rest of the day. You're staying for dinner, right? Would Chloe even want me to tell her? She's already got enough drama from Blackwell. Max? It's just просто это. Скорее всего, из России накручиваю, правда же? Правда, накручиваешь. Right? Если это концовка уже, то посмотрим две. Два финала тоже. Хлоя? Макс? Я хочу тебе сказать кое-что. Окей. Хорошо. My family's moving to Seattle. Really soon. Hey. In 3 days, right? What? Ты знал об этом? Our parents didn't talk, you know? Же общаются. Но они сказали, что мне стоит самому сказать тебе. They still told my parents. Они все равно рассказали моим. Наверное, I guess mom and dad were trying to keep quiet too, but плохо получалось. Получается скрывать. Don't look so worried, Max. Так, Макс, все нормально. It's okay. Come on, Dorkmeister. Ну что, дурында? Даже не конец света. Ну, может, хотя раньше, может, я такая дура. God, I feel so stupid. Max, I said it was okay. Макс, я же сказал, все хорошо. I was trying to tell you this morning, утром, но... but I totally distracted you with the pirate tape. Success. Seriously. I didn't want this hanging over us all day. Ты уже знаешь, что не можешь что делать, разговор, так что решил забить, понимаешь? Ну же, я хочу больше 5 минут, что у нас осталось, вселяйся. Мы продолжим связь, хорошо? Я навещаю друг друга, а может мы вернемся? Кто знает? Расслабься, мы можем пойти we в один колледж. Все будет хорошо. It's gonna be fine. We're Max and Chloe, мы же Макс и Хлоя, помнишь? Мы всегда вместе. Даже когда далеко. Even when we're not. That's true. Это точно. Cool. Чего, пошли найдем, Let's чем развлечься. Не должна быть музыка, получается. Эх, соболезную.
Да, грустно, соболезную, соболезную. Ну, здесь нам показали, так понимаю, полностью, да, что тогда произошло и все. Не отрывками, а полностью. Да уж, соболезную, соболезную. А, тогда понимаю, так получается, здесь финал один же. Независимо от того, что я тебе скажу или нет. Финал же один, нет. Прости. Хлоя, это Макс. Думаю, просто хотел оставить тебе еще одно сообщение. Ведь я знаю, что уезжаю в самое ужасное для тебя время. Я думаю, возможно, если ты услышишь мой голос, то я как будто буду рядом. Не знаю, может, это глупо. Я бы все отдала за то, чтобы сейчас быть рядом. Так тяжело озвучить мысли, если бы я могла увидеться с тобой. Но мы сможем, мы затащим. Мы будем переписываться и без конца висеть на телефоне. Потом ты приедешь в гости, и все будет так, будто я не уезжала. Это действительно так, не бойся, что что-то изменится. Тебе и так приходится проходить через многое. Ты не заслуживаешь всего этого. Хлоя, послушай, даже если я никогда, если мы переехали навсегда, мне все равно вместе, мы все равно вместе, понимаешь, даже если мы далеко, мы по-прежнему Макс и Хлоя. Я всегда буду любить тебя. Да, очень такая, знаете, очень грустная сцена, очень грустная сцена. Прощай. Очень грустная сцена, очень грустная сцена. Ну да, здесь, видимо, нам показали, типа, полностью, что тогда произошло. Видишь, что это то, что вот это мы не видели с тобой. Их диалог тогда мы не видели, но мы знали об этой ситуации, мы не видели диалога, что они там делали, да, не делали и тому подобное. Классно, это нам показали полностью, так понимаю. Тот случай, ту ситуацию показали нам полностью. Это прикольно. Все, на этом все, ребят. В целом, крышка прикольно, но, повторюсь, как я и говорил назад, когда проходили основной сюжет этой игры, я говорил, что это воспринимается, ну, для меня это воспринимается как DLC больше, чем отдельная какая-то игра, больше как DLC. Типа конкретно про Хлою, потому что у нас есть знакомые места, да, мы там есть, присутствуют знакомые нам места, знакомые нам персонажи, да, знакомые ситуации, которые мы уже видели, тоже есть, да, поэтому, ребят, для меня это больше DLC, чем отдельная игра, но в целом она прикольная, пройти ее один раз можно, знаешь, так для ну, после того, как прошел первую часть, пройти ее по один раз можно и нужно, я думаю, для того, чтобы, типа, у тебя была полноценная картина, типа, что и как было. Вот. Но проходить второй раз, ну, не знаю, наверное, навряд ли. Хотя все возможно, кто знает. Но в целом игрушка прикольная. Прикольная. Мне понравилось. Вот. В целом я серию назад вроде все сказал, все, что хотел, поэтому...
Спасибо за просмотр. Такая игрушка была. Это была Life is Strange Before the Storm. Прикольная игрушка. Что первая часть, что вот это очень прикольная игра. Прикольная. Здесь хотя бы, видишь, им дали, ну, эмоции. То есть, ну, они могут теперь плакать, а там вроде нет. Там вроде не могли в первой части, как я помню. Ну, вот. Ну, по крайней мере, когда я смотрел этот ремейк первой части, там они также могли плакать, у них они эмоции изображали, а в первой части это выглядело чуть топорно, но в целом по озвучке, по музыке ты, ну, воспринимаешь это так же, типа, грустно довольно, киношку момент, или наоборот радостно. Вот, в принципе, все, это была игрушка Life is Strange Before the Storm, спасибо за просмотр, ставь лайк, подписывайтесь на канал, спасибо огромное, что делаете, поддерживаете меня, спасибо огромное, я это вижу, мне, для меня это очень приятно. Вот, и мы теперь делать что-то дальше. В принципе, все. Повторюсь еще раз, была Life is Strange Before the Storm, что было до шторма в этой игре. Мы с вами видели дополнительную информацию. Вот. Увидимся в следующих играх. Давайте.